что за... О, кто тут сдох? Ну и вонище. Есть кто? Тор! Вы по поводу кабельного? Пакет кино пару недель не показывает. На спортивных сплошная рябь. Ничего не слышно. Тор? Парни! Бог ты мой! Как я рад вас всех снова видеть! Да. Пойди сюда, поганец плешивый! Привет, ну все, все! Вот тут не надо, вообще это лишнее! Халк, ты помнишь моих друзей? Мика и Корга, да? Йоу, салют! Привет, как привет. Жизнь? Давненько. Пиво в ведерке. Подключайтесь, халявный Wi-Fi. Пароли нет, естественно. Всем привет, это обзор Лего и его аналогов от Калины Красной. Сегодня у нас в обзоре горячая новинка этой осени, набор Лего серии Marvel, который у нас идет под эгидой Infinity Saga, набор под артиклом 76200, который называется у нас Новый Асгард Бро Тора. В наборе у нас 265 деталей, 3 мини-фигурки и рекомендованная его цена 29,99 евро. Ребят, ну посмотрите на этот набор, это просто, ну, круто, это наконец-таки Marvel у нас пришло к этому. К чему-то очень такому интересному, вкусному. Ну, во-первых, начнем мы давайте с упаковки. Упаковка реально очень радует. Именно вот к серии Infinity Saga они обновили упаковочку. Очень она насыщенно выглядит, очень интересно. Здесь вот такой у нас прекрасный Танос. Мне очень сильно нравится то, что у нас появилось вот здесь, так скажем так, комиксовая версия Лего персонажей, главное, всей Infinity Saga. Также у нас сзади здесь представлен весь набор целиком. Тоже такая вот, видите, интересная вся картиночка. Тоже здесь уже Танос, но Лего-версии. И я хочу сказать, что это, наверное, самый топовый набор данного полугодия по Marvel, потому что, ну, здесь очень удачно, скажем так, или неудачно, но мы это узнаем дальше в обзоре, передана вот эта вся атмосфера у нас толстого Халка. Ну, вкратце, кто не знает... Данная у нас как бы винеточка, такая самоделочка, повествует о том, как у нас Тор после горя, после того, как у нас после щелчка Таноса, просто, скажем так, ну, запил со своими друзьями и обитал, нашел свое новое местечко, не помню в каком городе, и он его переименовал как Новый Асгард. Вот, и там находился в тот момент, как к нему пришли ракета, по-моему, и Халк, чтобы позвать его в новую команду Мстителей. Вот, ну, посмотрите только на это обилие здесь аксессуаров. Они действительно очень сочетаемы. Весь этот бардак, он очень крутой. Здесь очень крутые детальки, очень крутые, так скажем, отсылочки. Но о них чуть позже. В общем, ну, в действительности очень удачно получилось. Молодцы Лего, что в серии Лего Марвел решили сделать такую, скажем так, сделать построечки именно, дома и все остальное, потому что вот могу сказать по серии Лего Звездные войны, ну, удачно получается у леговцев делать всякие небольшие дома, там хижина Йоды, Люка, Оби-Вана. Ну, и здесь вот такая вот небольшая построечка, винеточка, считаю, вполне успешно, удачно. Так, ну, давайте мы вскроем. Ну, здесь я уже показывал, здесь функций-то наборов нет, у нас просто здесь можно играться, такая самоделка, винетка, домичек небольшой. Давайте вскроем, посмотрим, что туда положили леговцы. Многие этого не любят делать, но я всегда люблю проверять, посмотреть, сколько воздуха нам положили Лего. И по заполняемости у нас вот здесь, вот примерно столько у нас Лего. Я всегда показываю, что у нас положили, чтобы было, скажем так, более интересно, более наглядно. Просто многие обзорщики этого не делают, а я обожаю делать. У нас тут, я не знаю, сколько пакетиков, но вот достал я сначала второй, первый и, скорее всего, и все. И все, да, удивительно. И наклеечки. Да, здесь наклейки, но я считаю, они все вполне хорошие, все вполне удачные. Фокус. Вот такие у нас здесь наклеечки, видите. Всего лишь два пакетика. И вот такая вот достаточно большая инструкция с коробку. Интересно, зачем они так сделали. Инструкция, она здесь все поэтапно, сборочка. И должны быть наборы нового полугодия. Да, здесь только 4 набора. То есть у нас набор попал в это полугодие, а вот не новые новинки по Лего Человека-пауку, которые только сейчас вышли. В общем, такая у нас инструкция и 2 пакетика. Что ж, давайте соберем. Итак, набор собран, и прежде чем начать его рассматривать более внимательно, ребята, хочу попросить вас подписаться на канал, поставить лайк этому видео, написать какой-нибудь комментарий, это поможет для продвижения, поможет для развития канала, чтобы больше выходило таких более качественных видео и интересных вам. Также хочу вам сказать, что данный набор я купил в детском мире за 2699 рублей, и для старта, скажем так, продаж, для первой цены, это вполне нормальная цена, потому что набор в действительности очень
хороший, даже не отложишь, не хороший, а отличный, я вам скажу. Ну, давайте быстренько так пробежимся. Вот такая вот у нас получилась небольшая винеточка, вполне, вполне сносная, вполне годная, очень хорошо все проработано. Весь этот хлам, который здесь находится, валяется, прикреплен, он отлично смотрится, и вот так у нас выглядит все это с другой стороны. Ну, начнем мы с мини-фигурок, конечно же. Первый же у нас будет, естественно, Тор. Сам-то как? Я нормально, а что? Скажешь, на себя не похож. Похож на раскисший пломбир. Тор, бог-громовержец. Посмотрите, во что он превратился здесь. Ну, мы все знаем, что в финальной части Мстителей у нас он вполне растолстел. Из аксессуаров у него гром секира. Вот такая вот леговская сборная. Мне она не нравится, потому что китайцы вполне сделали готовую отливку. Она просто супер выглядит. И вот такая вот бутылочка, ну, наверное, с пивом. Будем думать, что с пивом. Посмотрим на фигурку без аксессов. Вот такая шикарная фигурка, почти шикарная фигурка. Почему почти? Потому что вы видите, что как бы вот эта пузика свисающая, она здесь у нас пропечатана на ногах другим цветом, и это выглядит вообще не очень. У нас на руках, на рукавнике перчатки, на рукавнике перчатки, как были в фильме, и вот такие у него штанишки, трико, майки-алкашки нет, и сзади вот такой вот у нас принтик и двойное лицо. То есть здесь все еще у нас Тор такой злой, с молниями, может превращаться в такого, но здесь он добренький такой Тор. Вот, жалею я о том, что я не купил китайскую версию данного Тора. Есть такая же китайская версия. Наверное, блин, ее куплю, чтобы сравнить. Вот, вполне отличная фигурка. Мне она очень сильно нравится. Сносная, годная, принтики у нас на ногах имеется. Следующая мини-фигурка. Следующая мини-фигурка — это вот такое инопланетное у нас существо по имени Корк. С ним он подружился, Тор, у нас в предыдущей части. Тор Рагнарёк, по-моему, называется. Тоже хорошая фигурка. Сэкономили на принтах на ногах леговцы. Но здесь зато у нас вот такие вот руки с двойным цветом, потому что у нас он был в фильме в таком, ну, футболке, да, вот такой интересный, принтики интересненькие, и, по-моему, два выражения лица. Очень интересно, у него такая прическа, первое выражение, и вот такое более тоже веселое сзади. В принципе, чувак-то не грустил, ребятки у нас играли в PlayStation, по-моему, ну, или в какую-то компьютерную игру, ну, либо в ПК, либо в PlayStation, судя по геймпаду, ну, короче, в приставочку, буду так говорить. Интересная сносная фигурка, и здесь у нас такие вот наушники. Третья мини-фигурка, если ее можно так назвать, это просто обычная башка, это Миг, тоже какое-то инопланетное существо, я в них не разбираюсь, но, как по мне, так леговцы с ней не справились, потому что в фильме тело у него совсем другое, оно там с клешнями, такое какое-то крабовидное, а здесь просто, ну, два вот таких маленьких студика добавили, и, ну, ни о чем. Ну, голова прикольная, да, больше ничего, но прям, ну, я бы не назвал это полноценной мини-фигуркой. Теперь сама постройка. Ребят, она шикарная, просто. Это очень удачное сочетание всего хлама. Единственное, небольшие косячки, но, понятное дело, зачем так сделали. Начнем с того, что в фильме вот это не было основной дверью входом. Здесь там был просто выход в другую комнату, а вход вообще находился с другой стороны. Но леговцы решили так исправиться. Здесь у нас вот такой вход, дверка у нас, естественно, открывается, все хорошо, но здесь много хлама, поэтому трудно зайти. Халк туда не зайдет. Также очень-очень радует. Сейчас вам покажу. Вот такая вот табличка, повествующая нам о том, что добро пожаловать в новый Асгард. Она у нас стояла на въезде, ее также можно было видеть в фильме. В общем, молодцы, что даже вот такой небольшой элементик сделали. Это придает такое более погружение в фильм, к канонам. Дальше. Шикарнейшая комната наша. Посмотрите на ее обстановку. Ну, во-первых, давайте мы рассмотрим отсылочки. Первая отсылка — это у нас вот эта картина, где у нас изображен Тор с Валькирией, также с Коргом и Миком. Это, видимо, из предыдущей части фильма. Также мы видим здесь газету, которая называется «Новый Асгард Таймс», на которой написано 5 лет после вспышки, после щелчка. Вот. Здесь практически полностью передана вся эта атмосфера, валяются пиццы, всякие кексики, бутылки пива, рыба, точно так же у нас, как и в фильме, имеется сундук без его крышки, геймпадик, бочонок пива, который также присутствовал в фильме. Очень интересно у нас здесь вот такой вот мониторчик с игрушечкой. Ор, опять! Пацанчик из телека снова обзывается. Нубмастер. Нубмастер 69, обозвал уж лёгким. Слушай, учись. Нубмастер, это Тор, вспомнил? Ну тот, что бог грома. Значит так, либо ты резко выходишь из игры, либо я подлетаю к вам домой, спускаюсь в подвал, где ты засел, выдираю руки и засовываю их тебе в зад. Беги, беги, поплачься, Пеппи, сосунишка. Вот такой вот телевизор здесь у нас изображен. По-моему, игра была Fortnite, и здесь у нас изображен персонаж с гром секиры и Мьёльниром.
Здесь точно так же, не знаю, что это, честно, я не помню. Это вроде диск, спрятался у нас вон там камин интересный, вилы зачем-то, крюк, потом лопата, скорее всего, это кубок, с которого можно пить асгардский. Снова у нас бутылка, здесь снова у нас коробка, здесь под пиццу, сюда можно поставить у нас громсекиру. Сковород, колосок, какие-то фигурки непонятные, книги, пицца. В общем, полный бардак, и в этом всем что-то есть определенно стоящее. Но он очень сочетается, очень удачно все передано. Лего молодцы. Что я могу сказать по итогу? Данный набор вышел на ура, леговцы молодцы, в действительности очень хорошо постарались, все проработано, все четко держится. Его можно, конечно, сравнить с какими-то такими небольшими наборами, винетками, постройками там, по Звездным войнам, но я считаю, это прям отдельно какая-то такая вот интересная построечка, которую можно просто поставить и ею любоваться. Также ее можно вполне себе доделать, достроить, добавить комнату, но я думаю, что и вот этого вполне хватит. Вот, цена, конечно же, цена 2699 рублей очень дорогая. Сейчас на всяких плейс-маркетах нету еще данного набора. На Али, скорее всего, он не появится. Я видел на Озоне, но за 5000 рублей, что вполне неоправданно. Я думаю, если у вас нет денег, но хотите получить набор, стоит подождать зимних скидок до Нового года. Точно набор скинется, за 2000 его можно будет поймать. А так, ну, заслуженный 5 из 5 баллов. Это прям супер, меня очень радует. Я его, скорее всего, сюда сейчас поставлю, буду на нее смотреть, любоваться. Ребят, мне на этом все. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк, колокольчик и вступайте в нашу группу ВКонтакте, где мы выкладываем обзоры на Лего и аналоги. Всем пока!